Снова подпольное казино и снова на Лежневской. Очередной зал с игровыми автоматами в ходе разработки обнаружили сотрудники полиции. В помещение проникали с ОМОНом. На момент прибытия людей в погонах в казино находилось около 15 человек. Из сотрудников на месте оказался только оператор. Полицейские изъяли 21 игровой автомат. Напомним, за организацию незаконного игорного бизнеса по Уголовному кодексу полагается наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.